За сколько лет можно создать себе большой капитал и получать хороший пассивный доход, если инвестировать всего лишь по 100 долларов в месяц? Как вы думаете? Да чего тут думать, давайте посчитаем. Если вы будете инвестировать всего лишь по 100 долларов в месяц под 10% в год, то за 10 лет вы сможете создать себе капитал в размере 21 тысяча долларов. И вы будете получать пассивный доход на этот капитал 175 долларов в месяц. Ну, как бы неплохо. За 20 лет вы сможете создать себе капитал в размере 75 тысяч долларов и будете получать пассивный доход в размере 630 долларов в месяц. Ну, как бы уже интересно, согласны? За 30 лет вы сможете создать себе капитал 217 тысяч долларов и будете получать пассивный доход в размере 1800 долларов в месяц. А это уже интересно, согласны? За 40 лет вы сможете создать себе капитал в размере 584 тысячи долларов, и при этом ваш ежемесячный пассивный доход будет составлять 4800 долларов. Замечательно. Согласны? Если вы найдете инструмент, который будет давать вам не 10% в год, а 20% в год, что тоже реально на сегодняшний день, говорю реально, потому что я знаю такие инструменты, и я с ними работаю на текущий момент, то инвестируя те же самые 100 долларов в месяц, но уже по 20% в год, вы за 10 лет сможете создать себе капитал в размере 37 тысяч долларов и пассивный доход 312 долларов в месяц. За 20 лет вы создадите себе капитал 268 тысяч долларов и пассивный доход 2240 долларов в месяц. За 30 лет вы создадите себе капитал в размере 1 миллион 700 тысяч долларов, и при этом ваш ежемесячный пассивный доход будет составлять 14 тысяч долларов в месяц. За 40 лет вы создадите себе просто нереально большой капитал в размере 10 миллионов 575 тысяч долларов, и при этом ваш ежемесячный пассивный доход будет составлять 88 тысяч долларов в месяц. Фантастика, не правда ли? Готовы ли вы сегодня инвестировать всего лишь по 100 долларов в месяц в свое будущее завтра, чтобы уже через 20-30 лет жить на полном пассиве в достатке и комфорте? Чтобы на 100% обеспечить себя, своих детей и, возможно, даже внуков? Напишите свой ответ в комментариях под этим видеороликом, что вы по этому поводу думаете, стоит оно того или не стоит.